Обед готов! Но сначала вам мешало бы хорошенько помыться. Ага, принять ванну. С душистым шампунем. О, дорогая София, не беспокойтесь. Это лишнее. Лишнее? Тогда обед – это тоже лишнее. Да что же это такое? Здравствуй, Евстифейка Волк. Чего пришел? Чего надо? Есть хочу. Отдай мне старуху. Она у тебя уже вкусно пахнет, а я ее съем. И что удумал? Не отдам! Уходи от сада, покуда не схлопотал у меня ложкой! Когда-то, очень-очень давно, время на земле еще само не шло, и его нужно было заводить. В одной деревне жил-был дедушка. Жил он один, и был у него кот по кличке Батон. Да под печью сидели два таракана. Да, это родственники приехали.